Скорее всего, вы уже замечали такие контейнеры в метро. А если нет, то скоро обратите на них внимание. В чем же секрет таинственных контейнеров, которые стоят в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов? Называются они взрывозащитные контейнеры, сокращенно ВЗК, или противобомбовый сейф, ящик для бомб или бочка. Еще с десяток лет назад о нем знали лишь военные да рабочие, нефтегазовые или горнорудные промышленности. Сейчас ВЗК – неотъемлемый атрибут метрополитена не только столицы, но и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Самары. Взрывозащитный контейнер предназначен для обеспечения локализации и эвакуации в безопасное место предметов, подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Устройств с массой заряда до 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Попросту говоря, он предназначен для временного хранения подозрительных бесхозных сумок или сомнительных рюкзаков, которые туда помещают до приезда оперативных служб. Найдя в метро забытую вещь, полицейский обязан, надев бронежилет, отнести ее в контейнер, закрыть контейнер с помощью специального вентиля и задвинуть его в защитный бронированный корпус. Устройство полностью герметично и позволяет выдержать мощный взрыв. После всех процедур определения опасности, находящихся внутри вещей, саперы либо освобождают бочку от ложной тревоги, либо вывозят на полигон и там уже избавляются от реальных взрывных устройств. В метро Москвы стоит около 300 таких контейнеров, стоимость 1 200 000 рублей. Срок службы не менее 7 лет с момента ввода в эксплуатацию. Когда в следующий раз будете в метро, обратите внимание на этот ящик. Всем спасибо за просмотр, всем пока!